Воздушный трафик в небе над Европой становится интенсивнее. Механизмы организации воздушного движения нуждаются в улучшении на фоне неуклонного роста числа авиаперевозок. На помощь отрасли приходят новейшие технологии, передает Евроньюс. Специалисты, объединенные европейским исследовательским проектом CESAR, разрабатывают новый сценарий управления полетами с акцентом на качественный дистанционный обмен информацией между пилотами, диспетчерами и контролирующими службами, а также управляемыми дистанционно аэродромно-диспетчерскими башнями или вышками. Последние, как было доказано в Венгрии, недалеко от аэропорта Будапешта, могут обрабатывать информацию о полете удаленно. На тестовой площадке виртуальные пилоты и авиадиспетчеры отрабатывают новые подходы к управлению воздушным движением. Ожидается, что программа CESAR, оптимизируя управление воздушным трафиком, позволит снизить издержки в отрасли и сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу.